Татарстане бесплатными лекарствами обеспечили 11 тысяч больных ковид. Резерва медикаментов от коронавируса хватит еще примерно на 7 тысяч пациентов, получающих лечение на дому. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Напомним, накануне премьер Михаил Мишустин продлил программу по выдаче бесплатных лекарств. Пассажиропоток в Казанском аэропорту снизился почти в 3 раза, но количество нарушений увеличилось почти в 2 раза. Выявлено 325 случаев, сказал сегодня глава татарстанской таможни Марат Гараев. Частые нарушения – превышение норм ввоза алкоголя и табака, оружия и косметики. Машиностроители, врачи, учителя, механизаторы – все, кто посвятил любимому делу свою жизнь. Сегодня они удостоились медалей, орденов и почетных званий. В Казанском Кремле премьер Алексей Песошин наградил тех, кто внес большой вклад в развитие нашей республики. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.